За прошедшие две недели вышло 69 печатных публикаций в федеральных и региональных СМИ, 16 телевизионных и радиосюжетов, 254 публикации и сообщения в интернете. Значительный интерес средств массовой информации 4 мая привлекла интернет-конференция председателя Счетной палаты Сергея Степашина, на которой речь шла о проблемах правоприменительной практики в системе финансового контроля России. Предписано Счетной палате внимательнейшим образом проанализировать деятельность наших банковских и иных кредитных институтов с точки зрения Сочинской Олимпиады. Пошло резкое завышение цен, особенно на строительство центрального стадиона. И вот президент попросил нас еще раз посмотреть эту тему, только уже не через призму там, стройки, эффективности, неэффективности, а с точки зрения эффективности кредитной финансовой политики. Председатель Счетной палаты Сергей Степашин 10 мая принял участие в прошедшем в Ростове-на-Дону круглом столе руководителей контрольно-счетных органов субъектов Федерации. Обсуждались вопросы организации контроля эффективности бюджетных расходов. В своем выступлении глава Федеральной счетной палаты отметил, что решением проблемы организации эффективного внешнего финансового контроля должно стать укрепление связки регион-муниципалитет. Средства большие, проблем много, тем более это чувствительные проблемы. Человек, который не имеет жилья или живет в жилье, извините, в котором трудно даже существовать, не только жить. Конечно, это вызывает и социальное, и политическое напряжение, и складывается и на работу, и на все остальное. В ходе заседания коллегии Счетной палаты 28 апреля были рассмотрены результаты проверки Калининградского янтарного комбината. Из материалов контрольного мероприятия следует, что он является единственной организацией, осуществляющей на законных основаниях добычу янтаря в Калининградской области, на территории которой сосредоточено более 90% мировых запасов солнечного камня. В 2006 году комбинат признали банкротом, и им пытались завладеть несколько частных компаний. В данный момент предприятие находится в ведении Минфина и наращивает добычу янтаря-сырца. Вместе с тем, проверка показала, что за последние три года вывоз из страны необработанного янтаря превысил по стоимости экспорт обработанного более чем в 15 раз. Кроме того, хотя комбинат является монополистом в сфере добычи этого минерала, его доля экспорта составила всего 16% в общем объеме вывоза. Остальной янтарь вывозят через посредников с использованием различных серых схем. В целях эффективного противодействия незаконной добыче и вывозу необработанного янтаря коллегия предложила в первую очередь изменить порядок выдачи лицензий на эту деятельность. В тот же день были заключены два соглашения. Одно о сотрудничестве между Счетной палатой и Федеральным космическим агентством. Другое соглашение о сотрудничестве подписано председателями Счетной палаты Российской Федерации и Счетной палаты Свердловской области. В интервью телеканалу «Россия» 5 мая председатель Счетной палаты Сергей Степашин, который в прошлом был министром внутренних дел, рассказал о начальнике ГУВД Москвы генерале Владимире Колокольцеве. Я вообще слежу за теми, кому я когда-то преподавал. И курсантов, судьба, интересные слушатели. Естественно, смотрел, как он служил в Москве, потом работал в центральном аппарате, когда я стал уже министром внутренних дел. В общем-то, достойное прохождение, что называется, от земли. И очень приятно то, что Владимир, несмотря на то, что он, собственно, воспитательной работой не так долго занимался, так уж откровенно говоря, после училища, он опер, хороший опер, это такой, значит, настоящий милиционер. Ну, сейчас полицейский, правда, говорят, но я не могу пока привыкнуть, буду по старинке говорить. 28 апреля на 15-й церемонии конкурса «Менеджер года» этой почетной общественной наградой, учрежденной Вольным экономическим обществом России, по итогам 2011 года был отмечен председатель Счетной палаты Сергей Степашин. Действительно хочу поблагодарить за столь высокую общественную награду. Она не ниже для меня, лично, по крайней мере, с учетом
состава вольно-экономического общества, чем государственного. В день инаугурации президента России 7 мая телеканал НТВ продемонстрировал фильм немецких журналистов о Владимире Путине, в котором свои комментарии давал также и Сергей Степашин. Если ты с ним вместе, если ты с ним дружишь, он будет надежен и будет с тобой идти вместе до конца. Он тебя не кинет никогда. Вот, я считаю, вообще в жизни это очень важно. В политике это важнее вдвойне, а для мужчины это особое качество. Когда ты не предатель, не трус, ты не бросаешь своих близких людей.